Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девчонки, мы сегодня пришли на линию Г, место 82, корпус А, первый этаж, к нашей дерзкой девчонке. Давно мы уже не были в гостях, надо уже обновить платье. Так, визитка. Кому интересен этот товар, пожалуйста, пишите, подписывайтесь. Ну а сейчас нам расскажут девчонки о своих новинках. Привет, моя звезда. Привет, моя дерзкая девчонка. Здравствуйте. Знакомьтесь, дорогие подписчики, кто к нам подписался, потому что у нас девочки подписываются каждый день, новые девочки. Знакомьтесь с моей дерзкой девчонкой, Надеждой. И, конечно, у нас там рядом Марина Алексеевна тоже будет сегодня демонстрировать модельки свои. Девчонки, скажите, пожалуйста, ой, какая красота. Ну, как можно не показать такую красоту? Красивые женщины, красивые платья, правильно? Начинаем красивым снаряд, девчонкам. Тем более скоро. Нет, ты сначала ответь, что у вас за товар, какие размеры, потому что самый большой размер. У нас самый маленький, это 48 на худеньких, на стройненьких. И самое большое это 70-72 на пышных, на красивых, на таких заметных. Ну женщин. Ты нам их покажешь, эти размеры? Да, вот показываю вот эти вот, например, платья ну, давай. Нарядные. Идут 58-64. Шикарная модель, красивая. То есть на вечеринке вас точно запомнят. И длина, и посадка. Модель одна из самых таких продаваемых, спрашиваемых, что в розницу, что оптом. Модель огонь. Огонь, не то слово. Скажи, пожалуйста, а по цене сколько оно? А по цене они 3500. 3500. Так, это ну давай. Розничная. Девочки, а мне платье в расцветках. Готовимся к праздникам, да? Начнем с праздников. Да. А потом уже на каждый день. Оно из расцветок. Красным, синим, серым. Размеры? Размеры? Размеры 56-62. 62, да. А цене, еще... цена? Цена 4 рубля, скажем так. 4 рубля. Да. Есть вот такие вот костюмы. Двойки, да? Двойка это платье. Идет платье. Угу. И вот такой вот накид. Подожди, дай нам показать платье, потому что здесь гипюрчик. Посмотрите, девчонки. Угу. А, садится оно супер. А, еще поясочек. По кругу, то есть не только спереди. И вот эту накидочку, опять-таки, можно на свое какое-нибудь платье одеть. Оно визуально стройнит из-за полос. И подтянуть пояском. Оно у нас в двух расцветках. Есть вот такие вот костюмы тройка. Подожди, подожди. А по цене сколько оно? 4. 4000. Угу. В синем цвете еще. Синим, давай черный. Вот эту троечку. Вот эти костюмы тройка. Шикарные, элегантные. Нежный, женственный. Так, сейчас. Вот такой вот пиджачок. А костюме и мы. Идет блузка красивая с драпировкой и юбка-карандаш. Угу. И в офис, и на работу, и на выход, и на свидание, и куда угодно, как они хотят. И в темном цвете, и да? И в темном цвете, такому благородному. И сколько цена? 4. 4. Ну, давай на Марине Алексеевне покажем платье, которое, посмотрите, девочки, какое красивое. Наше нарядное. До какого еще раз размера оно? 58-64. Размеры полные. Угу. Очень красиво. Сейчас нам. Еще покажу уже более поменьше размеры. Уже более. Господи, я вся заболталась. 56-62. 3000. И цвета красный, красный и золото. Золото и серебро. Угу. Есть так, еще... следующая у нас красивая модель такая тоже. Как он бархат, панбархат, угу. Да, на хлопке. Красиво. Размеры 58-64. Угу. Нежная, красивая. Это и взрослая женщина оденет, и молодая пышечка. Есть оно в черном цвете. И в изумруде. Такое красивое. Угу. Ткань смотрится, очень переливается, как голограмма. Угу. Вот так, еще... ну вот хочу посмотреть еще в золотом цвете нам сейчас одела Марина Алексеевна.
и длина такая хорошая, вот кто любит, не сильно длинная, и не старит оно. И вот эти вот кармашки и рукавчик очень красиво, этот, как он, как бархат, да? Да, велюр. Бархат, велюр, да. И он прям украшает это платье. Девчонки, в серебре и в красном, пожалуйста, вот такие вот красотками вы будете. Так, а теперь ну что? Еще есть платье молодежка. Вот сейчас Марина Алексеевна оденет нам вот такой трансформер. Давай. Оно оригинально сделано, по бокам закрывается. То есть, если вдруг бедрышки. Вы похудели, это можно убрать. Если вдруг поправились, открываем одно платье на два размера. И размер здесь очень хороший. 52-62. Вставка эко-кожа, да? Эко-кожа, трикотажка, полуспорт. Ну, вот сейчас Марина Алексеевна нам оденет, а вы посмотрите. Очень красивая модель. А цена? 3500. Ну, вот у нас наша модель одела это платье, которое нам сейчас демонстрируют. Если не дай замочки. Бог поправится, замок откроется. Но дай бог скоро похудеет, вот, вот она закроется, и все будет шикарно. Ок и шит, девочки. Вот под такое ботинки, шикарное платье. Под кожаные ботинки, под полуспорт. Вообще обувь будет смотреться классно. Так что приобретайте. Так, ну вот нам сейчас еще очередная моделька. Красивая. То есть это платье только отпечаток надо приложить, чтобы его одеть. Да, можно я приложу, чтобы удачу мне принесло? Кармашки, посмотрите. Вставки. Размеры 56-62. Угу. И три цвета. Хаки, синий, черный. Посмотрите, какие красивые цвета, девчонки. Молодежная, стильная и для пышечек, который все убирает. И оно, если даже каким-то таким бананчиком, да, или, как правильно, фонариком, но оно очень-очень стройнит. Девчонки, посмотрите, какая красота. И сколько цена? 3700. Отличная модель. И в черном цвете у нас на одета, да, вот три. Так, ну вот сейчас мы на Надежде покажем тоже очень интересная модель. Пышечек стройнит. Потому а размеры что? Здесь идут 56-66, полная длина рукава. Разрезик. Угу. Рост у меня как бы не из низких, и коленка прикрыта. А расцветки только такие? Только в черном цвете, да. И сколько цена такого? 3800. Угу. Ну, она идет до угницы, она тепленькая, классная. Вот сейчас ходить можно. Да, под ботфорты, под ботинки, под спорт, обувь будет классно смотреться. Хочу еще показать вот такую вот модель на наших клеточек. Тут ткань идет стрейч. V-образный вырез, он визуально удлиняет шею. И размер здесь 60-66. Хлопок со стрейчем. То есть стройнит, садится идеально на любую фигурку и скрадывает все наши достатки и выпирающие части тела. И по цене сколько они? 4 тысячи. Ну, тут размеры до 70-го ага. они. Ага. Ну, вот давай. Еще модель на Марине Алексеевне. Марина Алексеевна, наша звезда сегодня, подиума. Да. Посмотрите, Капюшона. Я даже не знаю, как она называется, Пикассо, не Пикассо. Как она модель это называется? Лицо. Лицо, во. Просто лицо. Здесь идет трикотаж, и сбоку просто вставочка немножко вот этой плащевочки, которая украшает очень это платье. Посмотрите, тоже, девчонки. До какого размера еще раз? 56-62. 62? Угу. Есть с капюшоном и без капюшона. А, и цена? 3600. 3600. Очень красивое, стильное, модное платье. Ну вот еще оригинальное платье со вставками эко-кожи. Вот такое вот модненькое, стильненькое, да? В черном и в красном цвете. Из-за вставочки оно визуально стройнит. Размеры 58-64. Есть 54-62 размерных ряда. Спинка она однотонная. А перед вот так вот красиво украшен. И цена? Рисунком 3500. 3500. Ну вот Марина Алексеевна у нас одела очередную модель. Тоже такая ниже колена. Вставка с плащевкой, да, такая ткань. Очень красивая модель. Тоже стройнит. Так что, девочки, не прогадайте с этой моделью. Очень оригинальный воротничок здесь. И сколько цена такого?
такой модели? И какой, сколько, какой размер? Размеры идут 54-64. Есть размерный ряд 50-60 и есть 54-64. Цена в розницу будет у них 3600. Угу. Посмотрите, девчонки, очередная модель. Стразики. Это кожа-вставочка. На один бок визуально странит. Убирает мамон наш. Размер 56-62. И цвета, посмотрите, пожалуйста. Есть вот черный с черным. Черный с красным такой. Черный с серебристым, точнее. Черный с красным. Классно смотрится. Есть изумруд богато. Ага, с серебром. С серебром. Красная. Вот они цвета. Кто повыше будет туничкой, кто пониже будет платьем. Но модель одна из ходовых. И в мир, и в мир. И на работу могут одеть, и куда-нибудь на выход, чтобы там сильно не перестать. Цена 3200. Всего лишь. Так, ну вот, тоже очень стильное, красивое платье. Лабутен. Стразики в цвет. Размеры 56-62. И еще есть размерный ряд 58-64. В расцветках. В красном такой. Страстном. Страстный цвет, да. Благородный изумруд. И индиго. Красивый цвет. Молодежка, старешка, молодящаяся старешка. То есть на любой возраст эта модель будет действовать как магнит. Сколько ты говоришь по цене? 3200. Они садятся великолепно. Показать вам платье. Они идут турецкая ткань. И, скажем так, дизайнеры бухали в одном месте. Вот эта вот модель 56-62. 56-62 и 56-62. Вот эти все модели, они идут под Турцию. Размеры в двух размерных рядах. 56-62 и 60-66. Модели полные. Посадка идеальная. Лекалы великолепные, девочки. Не пожалейте, вы будете звездой любой вечеринки. Также хочу показать вот такие вот красивые штанишки. Тоже в наличии у вас? Есть. Со стразиками. А ткань Турция. Стразики не отлетают. Размеры 50-60 и 54-64. Полная длина. Ну, как видите, все закрыто. И сколько они по цене? Штаны 3300. Так. Высокая посадка, видите, я далеко не из худеньких. Лосиный чтобы... вариант такой, да? Да. Есть у нас штаны еще с кожаными вставками. Угу. На манекене. Спереди кожа. Вот. Да. А сзади трикотажка. Тоже чуть заужены, они уже идут брючками, размеры 50-60 и 58-68. А по цене? По цене 3500. Надежда, иди сюда, это же в белом цвете, да? В белом. Модель. А есть, это в электрике. Еще какой цвет? Черный. Черный. Сейчас покажем. Тунички ваши, да? Да, тунички. То есть закрывают все наши прелести, стройнят. Вот она в черном цвете. Угу. Нашу модель вы сразу можете узнать вот по этой этикеточке. Май Марина. Угу. Вот они, три цвета. Вот такие вот мы. Так что, пышечки, кто обижается, что мы не показываем для пышечек, пожалуйста, в павильон корпус А, линия Г, павильон 82. Вперед, здесь на первый этаж. В туниках размерный ряд идет 56-62 и 62-68. Так что... Не надо говорить, что мы толстеньких не любим. Мы их очень любим. Все дерзкие девчонки, да. И она вас дерзко оденет. Даже вот платье. Вот это самый маленький размер. Угу. Вот как это у нас? У нас все есть и на пышечке. И еще модель покажу на стройняшек. Вот это самый маленький. Сюда вместится все. Влезет все. Запхаем все. Они идут, эти платья, размеры до 76-го. Угу. Но... И по цене сколько они? 4500. Опять-таки, чтобы худенькие девочки не обижались, на них мы тоже привезли платье. Вот такое вот парижанка его называют, с кожаными вставочками из эко-кожи. Элегантное, нежное, красивое. Размеры 50-56. Угу. В двух расцветках посветлее, потемнее. И с поясочком. Кто-то захочет, оденет поясок. Кто не захочет, просто одевают и идут куда-то. Ну что, девочки, вот все жалуются, круглый ворот, а сейчас вот V-образный ворот, который показывает все наши
прелести. Кофточка, размеры 56-62. Цена у него будет 3200. Versace? Закрывает, да, эмблема Versace. Визуально стройнит вот этот уголочек, ну, если можно что-то стройнить. Ну, модель прикольная, смотрится красиво. И сколько? Даже вот с этими штанишками. А по цене? 200. Оно в расцветках у нас есть. В черном, в красном и еще будут цвета. Так что обращайтесь, приходите. Девочки, сейчас идет большой-большой ассортимент новых моделей. Поэтому обязательно следите за новинками этого павильона. И обязательно вам отправку сделают в любой регион. И вообще замеряйте свои замеры, обращайтесь. Любую модельку вам девчонки подберут. Ну а у нас тут быстренько за кадром дерзкая девчонка одевает вот такую светлую модель. Хоть она и светлая, но она очень стройнит. И за... Открывает все, что можно. И еще она такая модель, знаете, ну, бляда платится. Такой хопаньки, замочек рабочий. Размеры 56-66. И еще здесь один есть такой секрет. Платье-трансформер. То есть из птица вот в такой вот секси-платье. Видите? Ну, извините за штаны внизу. Ну, модная. Ну что, красопетки, начнем с кожаных штанишков. И самое интересное, что они такие вот тепленькие, классные. Только, теперь... пожалуйста, не раздевайся, ладно? Ну, я постараюсь удержать себя в руках. Сзади трехнитка, спереди кожа. А к ним еще могу вот предложить вам такую вот кофточку с кожаными вставочками. С кармашком, в расцветках, цветов очень много. Яркое желтое, такое страстное красное. Бутылочный цвет. Бутылка. Такой. Ну, если кто не бухает, то хотя бы оденут. И черный цвет. Ну, тоже неплохо. Может, собака у кого-то умрет, тоже оденут. Нормально. Не все в жизни в празднике. Вот такие вот кофточки, девочки. Заходите, приходите. Спинка однотонная. И сколько они по цене? 2500. Что, девчули? Жизнь не только состоит из прям строгости. Надо иногда где-то быть и веселой шалунишкой. Кто любит короткие платьица, кто не стесняется своих ножек. Ну, такой вот, как бледина, как я, как говорится. Можно одеть в черном или в синем цвете. 56-62 и 60-66. Да. Длина шубная. То есть, если ваш молодой человек не покупает вам длинную шубу, одеваете это платье и говорите: милая, я отморозила себе лапки, так что давай, руки в карман и вперед. И цыпочка пошла за платьем, да? Конечно. Модель шикарная. Есть и еще рукавчик, такие же. Посмотрим. Ой, ну рукавчик это вообще прям секси, шмекси. Все идеально, все великолепно. И в какую цену они? Визуально странит рисуночек. А цена у него 3500 всего лишь. Платье туника, трапеция, на любой животик, на любой попе. Полная длина рукава, красивый рисуночек, кармашек, стразики, такие играют, переливаются. И длина, смотрите, опять-таки, если нету шубы, нужна шуба под это платье. Все... Сначала берем платье, а потом уже куда-то. А потом шубы у Романа. Это платье можно и под ботфорты будет красиво смотреться, и под ботиночки каблуки. То есть модель классная. Цена у него всего лишь 3500. Опять, девочки, не смотрите, что на цену. Вы смотрите, что качество, посадка и ткань. А размеры как у вас? Совпадают? Размер в размер? Конечно. Как по размерам, скажи? У нас размеры полные. У нас наоборот, чтобы не обидеть наших пышечек, мы пишем 56, а на самом деле он идет на 60. То есть идут с плюсом. Отлично. Тоже не любят детские сказки. Как эта девочка, которая пиздавала куда там в горы. А, в Африке горы вот такой вышины. Вот это платьице, халат. Кто-то халатом, кто-то платьем. Кто-то привык с воротником, а это платье с капюшоном. И капюшон здесь такой хороший, такой большой. Как плащ-палатка очередное. А на попочке какие светятся. Смотрите, размеры. Карманы, что это за ткань такая интересная? Блин, как она называлась-то? Как ноутбук. А?
Ничего не да какая разница, господи. Главное, что красиво смотрится. Остальное все ерунда. Размеры 60-66. И есть еще 56-62. Вот на мне 56-я. То есть, видите, они полномерки. А цвета какие красивые. Есть вот такое вот серенькое. Есть вот такое золотое. И бордовый такой. Бордовый, насыщенный цвет. То есть, кто-то захочет платьем, кто-то хочет одеть, знаете, быстро сняла, быстро одела, так, хопа, и нормально. И сколько оно по цене? Что, может, кто-то груди хочет показать, там, лифаны подняла, сиськи выставила. Господи, люди не зря же силикон закачивают. Цена этого платья всего лишь 3800. Так что приходите, девочки. Девочки, у нас тут получили товар, просто не все здесь видно, у нас еще один контейнер есть. Тюльпанчиком. На попастых, ножи опасненьких, только извините, что он такой мятый. Вставочка, которая визуально убирает бока. Только то есть, с упаковки достали, да, только привезли его. Не успели его отпарить, просто хочу вам показать эту красоту. Размеры 52-58, 58-64. Полная длина рукава, посадка идеальная. Тюльпанчики такие нежные. И цена? Цена 3200. Ну вообще я бы его одуванчик еще назвала, потому что смотрите, какой красивый принт. Одуванчик, да, принт. И кстати, насчет рисунка, не переживайте, все тут держится, стиралось миллион раз, все отлично, все хорошо. Огонь! Ну что, девочки, еще у нас не только разбалтайские платья, у нас есть еще элегантное, красивое. Ну, не все же дома сидят. Есть, как это звали в служебном романе, женщину эту, не помните? Забыли. Я назовите, тут... напишите в комментариях, как женщину звали в служебном романе. Я говорю, сухая, вы мягкая. Вот элегантно. Можно и в пир, и в мир, и на работу одеть. Рукавчики. И на выход. Рукавчики красиво оформлены с бусинками. Воротничок. Воротник, стойка, но он абсолютно не трикотажик. Мешает. Да, трикотажик. Кармашки. И длина здесь. Строго, размеры. Элегантная, красивая. Размеры 50-60, 54-64. Цена? Цена 3600. Ну, еще мне сказали, что в другом цвете будет. Будет еще оно в темно-синем, таком благородном цвете. Так что приходите, девочки. Ну что, красопетки, возвращаемся к нашим брючным и пройденным урокам. К туникам. Есть еще вот такие вот. 56, 62. Худи. Худи. Есть красивый такой мокрый асфальт. Будем по машинам судить. Апельсин. Терракот. Лимон и небесно-голубой. Садится модель, обалденная. Она тебя очень стройнит. Спинка она черненькая, то есть ножок она будет стройнить. И под штаны, и под брюки, и под джинсы будет классно. Цена у них 3300, девочки. Ну, не все прям такие девочки любят платья. Есть такие девочки, как мальчики, и они предпочитают одевать брючные костюмы. Ну, или же просто. Красивая тройка, спинка визуально стройнит, рисунки здесь елочка, такая вот клеточка, я вот так вот повешу, чтобы вы все это видели. Есть облегченная, да, такая? Да, она трикотажка, она теплая, угу. Она очень теплая, полная длина брюк, угу. Высокая посадка, по попе идет резина, подожди секунду. Полная длина, на чем мы остановились? Я полная забыла. Длина штанишек? Полная длина брюк. Резинка они по попе. С обратной стороны трикотажка. Да. Ага. Хорошая. Смотрите, моделька. Великолепно. Просто идеально. И в офис оденут, и в пир, и в мир. Это наши семечки, это наша одна из самых ходовых моделей. Очень хорошая. И розница. И в какую цену они? 4500. А самый большой размер? А размеры есть 52-58, и есть они еще 60-66. Угу, большие размеры тоже есть. Следующая модель. Костюмами у нас идут с юбочкой. Есть вот такая вот коротенькая юбка. Диагональный рисунок визуально странит. Есть длинная юбка. Сейчас я вам ее поближе как-то так расчленю и покажу. Длинная юбка. Это на каждый... день, и в пир, и в мир можно одевать эту модель. На одну сторону, вот на одну сторону вот такой рисуночек идет. Размеры тут, правда, на худеньких. 48-54. Угу. Смотрится очень красиво, нежно. И ткань здесь приятная, такой трикотажик теплый. Турция. Ткань Турция имеется в виду. Следующая часть марлезонского балета. Я уже вам это показывала, я уже вам это одевала, стриптиз для нищих, как говорится. Костюмы с кюлотами.
Кюлоты такие, как юбочка в трех расцветках. Красивый такой. В предыдущих видео ты их одевала. Да. Мы хотим показать, что мы их получаем постоянно. Девочки, я в группу ссылку скину, это предыдущее видео, можете пересмотреть, и может кто-то заинтересуется этими модельками. Зеленый, серый и голубой. Размеры? Размеры 50-56 и 56-62. А цена? Цена всего лишь 4 рубля. Угу. Есть еще, тоже я его одевала. Клетка, да. И хочу вам Шахмат. Сказать, что мы их опять-таки получаем. Полная длина брюк. Вы на мне ее, наверное, помните. Кто из новичков, полистайте, увидите. Шахматы мы их называем. В желтом и в бирюзовом цвете. Размеры 56-62 и 60-66. Извините, старший брат. Но модель классная. А сколько они стоят? 4 рубля. Всего лишь. Так. Еще какие-нибудь... Шикарную модель. Трикотажные костюмы. Просто на ура. Юбочка. К сожалению, на себя не могу одеть. Это долгое время займет. Полная длина рукава. И смотрите, девочки, какие здесь красивые цвета есть. Такой вот бежевый. Пудра. Черный. И синий. То есть и в пир, и в мир, и на работу, и на учебу. Размеры здесь 50-56 в одном размерном ряду. То есть там нету больше. Цена у него всего лишь будет 4000. Но ткань, трикотаж, плотный, красивый, теплый. На ура. Ну что, красавицы, все-таки мы в связи... Ковид, неважно. Праздники никто не отменял. Новый год все равно придет. Все равно настроение должно быть. Все равно должно быть... позитив, красиво одеться. Не обязательно для кого-то, для себя, для мужа, для любовника, я не знаю, для подруги. Красивые платья. Их никто не отменял. Со стразиками. Он, ой, извините, старая Паеточки. Паетка. Красивая, нежная. Размеры 58-64. Элегантная. Вот такой вот платье. И сколько по цене? 4000. Ага, костюмчик давай. А вот костюмчик вот такой вот закрывает все наши вот эти вот подмышки, сверху пиджачок, оно закрывается вот такой вот нежный, незаметный крючочек, размеры 50-56, его можно и на праздник одеть, или куда-нибудь на выход, и на корпоратив, цена 4000. Есть еще такой вот для любителей черного, как я, блеск с эко-кожей, размеры 56-62. Опять-таки и в пир, и в мир. И есть еще одна модель. Очень классно смотрится с кожей. Вот это, да? Да. Оно вообще странец. Пипец, как девочки, извините за мой. Французский. Тут они размеры идут 56-62 и 60-66. Смотрите, даже вот я одевать уже не буду перед вами раздеваться. Вот так приложу к себе. То есть визуально из-за вот этих вот диагональных таких полос оно странец. Продумали. Да. Спинка однотонная, красиво. И нежно. Сколько оно по цене? 3600. 3600, ага. Все, девочки, приходите. Праздник никто не отменял. Ну, конечно, мы хотим в конце вечера все-таки еще раз показать вот эту замечательную модель бусинка. Да, это наша... Потому что мы ее вначале показали, но не рассказали о нем. Знаете, наш контейнер как раковина, а это наша жемчужина. Вот жемчужина нашего Г-82. Это великолепное ярусом платье на любой животик, на любую попу, на любую фигуру. То есть есть она, нет, оно идеальное. И размеры здесь шикарные. Размеры идут 56-62 или же 64-70. То есть, девочки. Ну, оно очень стройнит. Даже если она этот, как его, солнцеклёш или как модель это называется? Да, ярусом. Ярусом. Но оно очень стройнит и такое вот красивое, стильное, модненькое. И сколько по цене оно? 4200. 4200. Вот такой, на такой ноте мы сегодня... Просто покажу, что тут бусинки все пробиты. Пробитые. То есть они не выпадут, не отвалятся, не пропадут. Но это платье Марины Алексеевны. Да. Поэтому мы все равно его решили показать. Но они в продаже у вас есть, еще да? Еще в расцветках будут. Да? Да еще да. Какие расцветки будут? Расцветки будут ярко-голубой такой, василек, скажем так. Темно-синий. Черный, желтый. Цветов будет очень много. Очень много. Так что, девчонки, заказывайте, приобретайте такую красоту.
А мы не говорим «до свидания», говорим «до новых встреч». И приходите к дерзкой девчонке и к Марине Алексеевне, нашей скромнице. Всем пока-пока, девчонки.